Такого я вже жив, так боліти. Нижче ніхто утримувати не буде. А тепер один вопрос, можна? Формула правительства заключается в следующем. Это средняя заработная плата составляет за 2006 год. Вот стоит начальник пенсионного. Плюс, как она рассчитывалась? Это берется у нас заработная плата за ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Делится на средний коэффициент, который был непосредственно в 1986 год, это был, ну, составлял 1,70. За... Давайте, пожалуйста. Уважайте людей. Будем говорить. Заработок ликвидатора в воинской форме составляет 450-700 гривен. Если мы разделим, это коэффициент 3,7, ну 4. Будем говорить, умножается на 0,80, если это было, там стоит черточка и 100. Переводим, это умножается на 80, это на сегодняшний день получается заработная плата 2500. Извините, официант получает сейчас 5000, или ликвидатор, который работал в особых условиях труда, это особые условия, кроме дозы облучения, получал вредность. Я вот как сварщик глотал, извините за выражение, все остальное. И мне на сегодняшний день. Теперь так, будем говорить, формула, ребята, которые, ну, будем говорить, по пенсионному обеспечению, я вам объясню. Там учитывается производственный стаж, у меня за 20 лет работы должно быть эти 4 года по закону оплачены. Плюс непосредственно составляет коэффициент вредности. Коэффициент вредности составлял, вот, начальник пенсионного фонда перед вами стоит, это составляло 0,75. Потом непосредственно он стал 0,85. Теперь один вопрос. Я говорю, что получается, если вот это все не учесть ни непосредственно, ни заработок, который имел не 5 лет, а 24, 9 месяцев, 6 дней. Плюс непосредственно вредность, которую составляла коэффициент. И что же я заработал? 2000 получается, когда официант получает 5000. Ответьте мне, пожалуйста, где же социальная справедливость? Я вам можу відповідати виключно за ті повноваження, які на мене покладені. Ви питаєте, де справедливість? Скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте, скільки сьогодні отримує працівник управління праці на держслужбі? Одну секундочку. Ви знаєте, скільки? Скільки? Ну, от приблизно. Я скажу. Ну, скільки? Це не мінімум, він роботи. 1044 гривні. Коли ви мені, дивіться, не буде в нього 3000, не буде в нього ніяк 3000. Сьогодні держслужбовці теж мають низький рівень заробітної плати. Я вам хочу сказати одну річ. З року в рік накопичувалися соціальні обіцянки. Вони приймали форму нормативних і законодавчих актів. От приходили до чорнобильців, знаєте, горе-депутати, обіцяли, ми зробимо то-то. Ішли у Верховну Раду, голосували, і ніхто не задумався, яка ціна цього питання. Для того, щоб виплатити всі зобов'язання, які по необіцянні, по всій державі, потрібно 170...